Вартовчанин Альберт Батыргазиев второй раз подряд завоевал звание чемпиона России по боксу. Спортсмен подтвердил свой титул в весовой категории до 60 килограммов. Свой путь наш земляк начинал как кикбоксер. Чтобы добиться успеха в классическом боксе, ему пришлось переучиваться. И оно того стоило. Финальные поединки чемпионата страны прошли в Якутске. Домой Альберт Батыргазиев и его тренер Руслан Куштанов вернулись с золотыми медалями и верой в новые победы. О планах югорского чемпиона в материале Елены Составовой. Еще раз поздравляем победителя. И призываем запомнить это имя. Да, возможно, именно он и будет представлять нашу страну на чемпионате мира. Большая победа, большая ответственность. К своему первому чемпионскому титулу Альберт шел 12 лет. И все же завоевать его оказалось проще, чем удержать. В прошлом году было легче, как бы психологически мне, то, что меня никто не знает. И сам себя мотивировал тем, что я должен показать, на что я способен. А на этой России от меня... Как бы я знал, что ожидает, что надеется на меня, и было тяжелее то, что старался не подвести. В этом году на встречу с действующим чемпионом противники настраивались очень серьезно. Изучали тактику Альберта, на поединок с ним выходили как на последний решающий бой. Нижневартовский боксер и его тренер Руслан Куштанов провели колоссальную работу, чтобы предусмотреть возможные промахи, а также изучить слабые места предполагаемых соперников. Если бы он вышел с тем же ресурсом, который он в прошлом году был, он бы, конечно, в этом году чемпионат России не выиграл, потому что и соперники были тяжелые и готовы были к нам. Но мы накопили, нам нужен был такой ресурс, запас прочности, да, чтобы мы могли в любом бою перестроиться, даже не то, что в бою, в любом раунде могли поменять тактику, ну, как бы ведение боя. Альберт провел 5 поединков и во всех одержал уверенную победу. Помимо традиционных наград Минспорта страны, боксер и его тренер получили золотые медали от организаторов чемпионата в Якутии. Порадовал победителей и хороший призовой фонд. Впрочем, почивать на лаврах они не собираются. 14 ноября Альберт Батыргазиев отправится на установочные сборы, где определятся его планы на ближайший год. Главной целью по-прежнему остается чемпионат мира по боксу, который пройдет в сентябре 2019 года в Сочи. Альберт также мечтает принять участие в Олимпиаде. Но есть одна проблема. Возможно, в боксе упразднят несколько весовых категорий. Тогда нижневартовскому спортсмену придется похудеть до 57 килограммов, чтобы остаться в большом спорте. Тренер убежден, Альберт справится с этой задачей, как когда-то сумел отойти от основ кикбоксинга и научился драться исключительно руками. Елена Составова, Рамиль Хайруллин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.